Всем привет. Так, по заданию встретитесь с Квинтейном в космосе. У станции Славная. Так, ну что? Взлетаем? То есть не должен погибнуть при перелете. Хорошо. Попробуем его защитить. Трент, говорит Квинтейн, я лечу на бронированном транспорте. Я знаю, он медленный, но на нем все оборудование необходимо для работы. Кажется, нам повезло. Сейчас мы сможем открыть врата гиперперехода в Лидс. Пересылаю координаты. Мистер Трент, вперед! Так Синклер хочет встретиться на Лидсе, этом паразите нашей культуры. Ну что ж. Ничего себе медленный корабль. Достаточно неплохо он летит. Я бы не сказал, они даже меня обогнали. Засада! Приближение. Я подбит! Маршевые двигатели отказали! Пересеола, защитите Квинтейна. Мистер Трент, займемся этим штурмовиком. Что такое? Вражеский истребитель. Атасшра. Да что ты будешь делать? Восстановлен. Приближается ракета. Да. Восстановлен. Один на прицеле, стреляю. Ситуация критическая. Приближается ракета. Атас сюда. Штурмовик спит. Цельтесь в ближайший истребитель. Мы победим. Мы должны. Щит восстановлен. Атас сюда. Щит восстановлен. Ничего себе, мне почти... Почти все спасли. Заработали, пора отсюда выбираться. Так, сейчас еще одного тут завалим. Че себе мне тут подрихтовали меня. Последний истребитель сбит. Пронесло, пора уносить ноги. Мистер Трент, ведите. Полетели. Направление. Да. На самом деле я как-то расслабился, наверное, по всей видимости. Такая полная расслабуха. Чувствую, сейчас еще будет одна засада, если так дело пойдет. Прямо сплошные засады. Стыковка. Да, батареи выбили. Вот врата! Черт, вражеские корабли нас заметили! Все, быстрее. Приближается ракета. Меня попали, я под огнем. Что ты будешь делать? Один у меня на хвосте. Да, блин, сбивайся. Приближается ракета. Не хочу умирать. Один сбит, не подпускайте их к Квинтейну. Восстановлен. Приближается ракета. Вражеский корабль в зоне прямой видимости. Этот придурок вообще-то стреляет в меня. Один у меня на хвосте. Приближается ракета. Меня попали. Вот ведь верткий товарищ. Ты его сделал.
Отлично, пошли отсюда. Ну да. Еще один такой. Еще один такой подход, я не знаю. Такие достаточно серьезные две волны. Дрэд, стыкуйся первым, а мы за тобой. Наверное, то же самое будет на выходе. А на выходе будет просто трэш. Грит за тобой. Это понятное дело. У меня только вот железка осталась одна. Мы прибудем на планету Лиц, не успеете оглянуться, профессор. Ну да, ну да. Мы в безопасности. Сомневаюсь. Вернемся на твердую землю. Мистер Трент, у вас есть координаты Лиц? Берите курс. Направление. Стыковка. Сейчас опять враги. Нет, другие. Я вообще-то не видел доктора Синклер несколько лет. Она недавно послала мне весточку о своем открытии на Пайе. Наконец найден действующий артефакт Дом Каваши. Ну, это не самая плохая весть. Жду не дождусь посмотреть на него. Еще бы. Я так хочу добраться до Лица, чтобы нас не сшибли. Вот дымится, летит рядом, вот дымится. Эдисон, разворачивайся, увидимся. Встретимся на планете, мистер Трент. Садись первым. Стыковка. Хорошо. Так, где он тут? Вот они тут летают. Вот он с правой стороны от нас. Ждет. Кажется, и корабль не слабый, но так его расчесали. Не знаю, слов нет, слезы душат. Приятно иметь с тобой дело. Спокойной ночи. Вот, кто это тогда? Это доктор Квинтейн, профессор. Он? Нет. Тогда скажу вам, сэр, я крупнейший специалист по ксеноархеологии. О, уверен, что это так. Ха-ха, давай же, кудесник, посмотри на свою кудесницу. Квинтейн, черт, где же ты пропадал? Я должен был уйти, Кендра. Вскоре после того, как ты сделала то открытие, это должно было случиться. Люди вокруг меня стали исчезать, и кто-то уничтожил мою лабораторию. Заметь, меня преследовали. Кто? Человек по имени Кресс. Он сказал мне, что я в списке. Моя работа поставила меня под угрозу. Я ушел ночью и не оглядывался. Видишь, я никому не мог сказать. Тем более тебе. Я думал, ты тоже стала целью. И она, и мы, и все из-за этого. Это он. Можно мне? Изумительно. Да, конечно, но наверняка это часть чего-то более значительного. Пора это выяснить. Слушайте, я не люблю торопиться. Здесь кто-то есть. Я позабочусь об этом. Друзья мои, что я могу для вас сделать? Мы ищем одного человека. У нас есть причины полагать, что он в этой зоне. Симпатяга. Извините, не видел его. Он объявлен врагом Рейнландии. Любой, кто укрывает его, понесет суровое наказание. Слушай сюда. Ты сейчас не в Рейнландии, а в моем магазине. Человека, которого вы ищете, здесь нет. Так что пока я не подстрелил вас в качестве урока внешней политики, который вы не скоро забудете. Я предлагаю вам убраться. Сейчас же. Мы терпеливы, мистер Тобиас. Мы будем неподалеку. Как хотите. Они вернутся, это вопрос времени. Она права. Теперь, когда они взяли твой след, тут небезопасно.
Кресс? В ту ночь, когда он пришел, он предложил мне укрыться в приграничных мирах. Может быть, сейчас самое время принять его предложение? Но веришь ли ты им? Лучше уж я попробую с ним, чем с теми ирландскими агентами. Ты нужен нам сейчас, Трент. Готов? Конечно. Вам нужно укрыться от агентов. Ирландской разведки летите с Джуни, Синклером и Квинтейном в приграничные миры и найдите базу таинственного Кресса. Дело не в деньгах. Пытаются заблокировать ваш путь, ваш корабль регулярно будет атаковать. Настоятельно рекомендуем лететь на мощном военном судне. Ладно, пойдем. Я хочу, чтобы ты улетел отсюда. Нет. Это ненадолго, пока заваруха не кончится. Я вернусь, как смогу. В любом случае, спасибо. Ура. Так. Продаем. Так, все продаем, то, что нам не нужно. Ну, тут, по-моему, насколько я понимаю, тут корабли-то не очень. Такой какой-то стандартный хлам. Ну, попытаемся долететь. Ледобури. Вот это да. Так, сколько у нас? 21 тысяча, да? Загружено в трюм. Загружено в трюм. Угу, хорошо. Так, ремонтируем. Ремонт завершен. Так, и смотрим, что у нас есть из вооружений. Так, резаки, небосводы, ну, все в том же варианте. Булат этот. Так, что они нам предлагают? Ну, одним словом, стандартный набор, легкое и не очень прочное. Ну все, полетели. Так, укрыться от агентов. Джуни, Синклер и Квинтейн. На мощном. Вот и где. Трент, думаешь, с Тобиасом будет все в порядке? Может, ему стоит полететь с нами? Тобиас от нас далеко. Пока артефакт у нас, мы не можем чувствовать себя в безопасности. Нам повезет, если мы сможем выбраться отсюда. Это точно. Полетим по торговой линии на Стокс, а оттуда перенесемся в систему Тау-31. Мы больше не можем терять время. Вперед! Артефакт. Все выходы из этой системы блокированы, и вам не выбраться. Насчет этого мы посмотрим. Как хочешь. Трент, у меня на хвосте корабль. Мы еще встретимся. Тебе из Бретонии живым никогда не выбраться. Проклятие, нам нужно выбираться отсюда! Пойдем по торговой линии. Трент, ты иди вперед, а я прикрою с тыла. Хорошо. Отлично. Стыковка. Ну да, тут нам досталось. Я не знаю там, что нас ждет. Но... Не верится, что они нападают на нас посреди бретонской территории. Где вы были, профессор? В колонии на пороге войны, в каждой системе кораблей в Ирландии. Этот ринландец сказал, что все пути, ведущие в Лид, заблокированы. Что мы будем делать? Мы сражаемся! Не расслабляйтесь, будет жарко!
Да. Стыковка. Я же говорил тебе, что мы еще встретимся. Последний раз говорю, отдай артефакт. Приходи и возьми. Они на подходе. Трент, держи их подальше от Синклера и Квинтейна. Это плавильный завод. Нас атакуют военные корабли Ринландии. Нам нужна помощь. Один есть. Повторяю, это плавильный завод. Нас атакуют. Нам нужна помощь. Неизвестные корабли – это плавильный завод. Большое число рейнландских кораблей следует к Лидсу. Мы рекомендуем вам приземлиться и переждать кризис. Отставить, Стокс, нет времени. Надо покинуть Лидс. Трент, к торговой линии. Стыковка. Ну да, идем на пролом. Переждать. Сколько там? Не знаю, там сотни их прилетит, что ли? Посмотрим. Надеюсь, что врата свободны. Это единственная возможность попасть на Лидс. Трент, Синклер и Квинтейн, нужно успеть добраться до врат. Что бы ни случилось, мы должны дождаться их, а потом перейти в систему ТАО-31. Готовься. Боже, рейландский крейсер преградил нам путь к вратам. Это конец. Тебе больше некуда бежать. Сдавайся. Сейчас же. Атакуй рейландский... Трент, атакуй крейсер. Огонь по турелям. Клубцы, вы будете уничтожены. Аванпост Глазго. Всем бретонским кораблям. Нас атакуют. Повторяю, нас атакуют. Ахачка. Да ёлки-моталки. Приготовиться, будем сбивать этот крейсер. Тобиас! Ахат сюда. Восстановлен. У меня тяжелые повреждения. Мой корабль больше не выдержит. Я под огнем. Блин, крейсер сбивать — это последнее дело. Ты как? Сделал это! Трент, корабли рейнландцев нас настигают. У нас очень мало времени. Уничтожим нападающих и выберемся отсюда. Щит восстановлен. Ура! Надо же. Ну да, тут не так-то просто. Достаточно жесткий вариант. Я связался со своими старыми приятелями, с которыми летал когда-то, и мы поспешили сюда. Спасибо.
Ну все, достаточно. Пора выбираться отсюда. Трент, иди к точке, мы за тобой. Направление. Стыковка. Ну да, то есть, ну вот смотрите, у меня осталось только корпус. Ну все, батареи все вылетели в никуда. Тем более смотрим, что у меня тут. Мы направляемся в АЛЧ, Аванпост Холман. Это единственная база в этой системе. А ты куда собираешься лететь? Когда я встретил Кресса, он сказал мне, что если я хочу найти его, мне надо поговорить с барменом на Шинкаку. Это та планета? Это база Самура. Она была построена специально в поле обломков на Тау-29. Несколько изолирована, но недалеко отсюда. Приближаемся к Хольману. Будьте готовы. Если там есть рейнландцы, на этот раз у нас не будет элемента неожиданности. На радаре чисто. Кажется, мы их хорошо встряхнули. Следующая торговая линия выведет нас в Тау-29. Оттуда короткий путь на Шинкаку. Так, аванпост, может, к аванпосту? Стыковка. Стыковка запрещена. О, как, не сбежать. Ай-яй-яй. Ладно, полетели. Направление. Трент, мы должны лететь быстрее. Да уж, куда уж. Ну, у меня просто батареи нужны. Стыковка. Иначе там все будет достаточно грустно. Грусть, печаль. Странно, что кораблей просто здесь размотаю. Нет. Аванпост Хольман, прием. Что-то здесь не так. Это вот. Наш путь. У нас есть только один шанс. Быстро, давай убираться отсюда. Полиция Бретони. Благодарю вас, друзья. О, опять 25. Следует двигаться быстрее. Так, а ну-ка. Направление. Да я понял уже, тут лететь надо. Полный рост. Не отвлекайся. Тау-23. Они недостроены. Нам придется все же ими воспользоваться. Стыковка. Ну, пробуем. Тут линкор в 6.3. Неужели к ним? К этому линкору летим. Так, смотрим. Нет. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Здесь торговые линии работают. Все быстро за мной. Это Топиус. Специалист. Что будем делать? Врата Тау-23 еще не функционируют. Оптимальный выход лететь к Планетарису, но он далеко отсюда. Не работает? Неужели это тупик? Они повредили торговую линию. Там вражеские корабли! Отсюда мы не сможем добраться. Возможно, нам удастся воспользоваться дырой гиперперехода. Мы должны выиграть время. Трент, мы останемся здесь и продолжим сражение. Остальные к дыре гиперперехода, ждите нас там. Понял. Удачи. Хорошо, Трент. Нас теперь двое. Давай посмотрим, чему ты научился, как покинул Лиц. Цельтесь в двигатели. Это их самое слабое место. Так. Что-то я не понял. Приближается ракета. Ничего себе. Трент, достаточно. Неподалеку отсюда есть дыра гиперперехода. Нужно скорее выбираться отсюда. Ура.
Достаточно. Направление. Стыковка. Канонерка. Прикольно. Все куда-то исчезли. Не успел сбить хотя бы одну канонерку. Для солидности. Они не преследуют нас. Будем надеяться, что нам удастся совершить переход. Иначе у нас большие проблемы. Запрещено. Ты прекрасно себя проявил. Я тобой горжусь. Вот ты где. Мы уже собирались разворачиваться и искать тебя. Тебя преследовали? Нет, мы должны покинуть эту систему. Каков статус готовности к переходу? Я почитала, похоже, там по фазам. Мы сможем его использовать. Хорошо, чего же мы ждем? Вперед! Трент, ты первым. Я хочу убедиться, что нас не преследуют корабли ринландцев. Стыковка. Ну, наконец-то. Сыпется просто от этого всего. Уж как эти на канонерах бросаемся. Ух ты, елки-моталки. Их нигде не видно. Уверен, они вернутся. А нам нужно продолжать путь. На станцию Шинкаку. Трент, я загрузила координаты. Веди. Мы снова у вас в долгу, мистер Тобиас. Направление. Объекты для атаки уже обозначены на Бретоне. Настоящая война может начаться с минуты на минуту. Я не понимаю, неужели это все происходит только из-за артефакта? Возможно и так. Нужно найти безопасное убежище и провести дальнейший анализ объекта. Не верится, что вся информация шла через бармена. Сыграем с Крессом в его же игру. Устроим западню. Надо же. Западню. Стыковка. Стыковку разрешили, ура. Наконец-то можно пополнить боезапас. Тут прям совсем прижали. Мы летим на Шинкаку. Стыковка. Я приземлюсь и поговорю с барменом. Надо приземлиться, починиться и перезарядиться. Трент, давай, ты первый. Стыковка. Принято. Ваш запрос – приземление. Разрешено. Пожалуйста, продолжайте. Приземление. Один. Шинкаку. Правильно, Джуни. Починиться, восстановиться и далее по тексту. Шинкаки. Так, продать. Что у Шинкак есть? Так, сбрасыватель. Блин, тут все обманки. Загружено в трюм. Загружено в трюм. Загружено в трюм. Что себя у нас какой? Так, так, 1,7. Так, 1700. Вау. Ну, так. Берем. Да елки-моталочки, сколько у нас? Так, 14, он стоит 16. Ремонтируем. Ремонт завершен. Так, 3000 осталось. Так, обманки у нас есть. Так, есть. Аккумулятор. Загружено в трюм. Загружено в трюм. Загружено в трюм.
Загружено в трюм. Все, 12-12, ну 700 единиц осталось, все, больше ничего. 100 щит мы взяли. Ярость солнца, вот эта тема. Так, ярость солнца. 600-600. Шифратор. Вообще 549 дальность. Чем они хороши, не могу понять. Ладно. Так, задание у нас. Встретиться с Квинтейном в космосе вне станции Шикаку. Пытаемся встретиться. Так. Полетели. Ну, наемник, Альфа, один, окей, один, это Шинкаку. Вам дали добро на взлет. Трент, есть новости. По нашим данным, база Кресса недалеко. Она находится в дальнем конце этой системы. Бармен дал мне координаты. Сейчас я тебе их загружаю. Друзья мои, я вас покидаю. Сейчас идет настоящая война между Рейнландией и Бретонью. Родина нуждается во мне. Я понимаю. Спасибо за все, Тобиас. Тобиас, мы пока. Еще встретимся, обещаю. Трент, доставь этих людей в безопасное место и найди этот артефакт, из-за которого все произошло. Желаю вам всем удачи. Ладно, друзья, не останавливаемся. Мы должны быть осторожны. Бармен предупредил, что в этом районе были замечены рейнландские корабли. Он предложил лететь через метеоритное поле. Оно должно скрыть следы от наших двигателей. Что там по поводу Кресса? Немного. Он сказал мне, что Кресс часто появляется в этом районе и дал его координаты. Это все. К сожалению, мы сможем прикрываться полем только полпути. Дальше придется лететь открытым космосом. Это недоработка. Теперь мы без прикрытия. Здесь все чисто. О боже мой! Как будто тут весь гребаный рейнландский флот! Говорит рейнландский линкор Шиллер. Глушите двигатели и деактивируйте орудийные системы. Приготовьтесь к принятию на борт. Нам не выиграть! Трент! На радаре контакт. Профессор Квинтейн, полковник Кресс послал нас помочь вам. Кресс, откуда ты знал? Некогда объяснять, пересылаю координаты. Профессор, вы должны лететь так быстро, как только можете. Мы попытаемся задержать Ренландский флот. Всем кораблям, неопознанные объекты идут нам на перехват. Подтверждаю, врагов в районе не обнаружено. Иду на перехват. Говорит ведущий бритва, сконцентрировать огонь на тяжелом крейсере. Приказ ясен. На нас навели. Они атакуют! Тревога! Шиллер подбит! Всем турелям и истребителям! В атаку! СОС! 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 Сопровождение Квинтейна! Нам пригодится ваша помощь! Атакуйте рейнландские корабли! Мы должны дать профессору время уйти от них! Все яблочко! Всем подразделениям в атаку! Огонь! Второй в атаку! Готовы, мы на подходе! Приближается ракета. Атас сюда. Что ж такое, а? Щит восстановлен. Блин. Атас сюда. Щит восстановлен. Чувствую, тут я не выдержу. Посмотрим. Нас подбили, корабль разваливается. Приближается ракета. Странно. Пробоина в корпусе. Ну
коллапсирует. Отказала запасная система. Приближается ракета. Приближается ракета. Пробоина в корпусе. Что такое? Пробоина в корпусе. Враг у меня на 6 часов. Вижу врага. Приближается ракета. Сблизиться с ними могу, а? Вот утюг. Есть визуальный контакт. Тут игра коллапсирует. Приближается ракета. Зараза. Ладно, полетели куда-нибудь еще. Вообще просто не догнать. Ладно, мы сейчас... Приближается ракета. Отказала запасная система. Меня преследуют. Я уже на них. Отказала запасная система. С этими-то попроще. Отказала запасная система. Этот пытается достать меня. Есть один на прицеле. Стреляю. Сюда. Что ты будешь делать? Восстановлен. Меня преследуют. Реактор сейчас взорвется! Ну давай, взрывайся уже. Приближается ракета. Вот видишь. Истребителей, ну тут не помедлю. Послабее будут. Ух ты как. А если бы щит не поменять, ну, в смысле генератор, ну, генератор щита не поменяли. Все, тут нас раскидали. Приближается ракета. Приближается ракета. Говорит Квинтейн, нам это удалось. У нас есть координаты. Превосходно! Всем истребителям выйти из боя и вернуться на базу. Не знаю. Направление. Ну-ка, вот видите, вот руины остались одни от этой беды. Ну, пришлось чуть отходить, потом возвращаться. Ну, по-другому тут видно никак. Если ты сразу бросишься на крейсер, все, привет, он тебя разложит. Ну, правда, закононеркой гоняться, она просто быстрее. Ну и то можно ее догнать на этом самом. Как ты нас нашел? На ускорении. С нами связался бармен из Чикаго. Крис немедленно выслал нас найти тебя. Рин
Гренландские корабли были замечены в этой системе еще несколько дней назад. Когда мы узнали, что Гвинтейн находится на Шинкаку, мы поняли, что могут быть неприятности. Мы уже волновались. Мы в безопасности, но нельзя останавливаться. Врата в систему Тау-23 недалеко. Трент, я загрузила координаты, полетели! Осторожно, в метановом поле. Некоторые сгустки взрывоопасны и могут повредить наши корабли. Ну, тут не мудрено. Опасность. Обнаружены неустойчивые газы. Ну, не знаю, как тут их облетать, что ли? Так, Тау-23. Привезешь его Крессу? Да, полковник Кресс сейчас гостит у изгоев. Он будет рад вас видеть, профессор. А вот и дыра. Воспользуемся. Ну, тут нам надрепали. Нервы. Так-то жестокач. Это слово даже еще жестче. Отсюда до базы недалеко. Я пересылаю координаты. Где мы? Мы в системе Тау-23. Немногие знают о ее существовании. Она находится в барьере. И БГМ, и НГШ держат тут свои базы с тех пор, как здесь нашли залежи бериллия и необия. Залежи необия. Ну да, тут какая активность. Никто там не ждет, как всегда это бывает. Приближающиеся корабли, назовите себя. Говорит Бритва-1, с нами посетитель к полковнику Крессу. Нас ожидают. Бритва-1, в вашей группе посадка разрешена. Профессор, приземляйтесь на базе, Кресс ждет вашего прибытия. С базы Калли. Вас поняла. Вы запросили приземление. Разрешено. Продолжайте. Приземление. 2. Радиация, она такая обросшая. Ни один волос не выпал. У нас денег вообще. Кот наплакал. Джуни, может быть тебе и Синклер лучше остаться на корабле? Тихо. Надо просто найти Кресса. Говори, в чем дело? Меня зовут Гвинтейн. Я ищу Кресса. Полковник Кресс никого не принимает. Меня он примет. Он никого не принимает. Не надо делать этого. Слушай, веди нас к полковнику. Думаю, друг мой, ты не понял, в каком положении находишься. Я готов на все. Приветствую. Крес. И вы с охраной? Очень мудро. Пожалуйста, скажите ему, пусть подождет. Трент. Пойдемте, доктор Гвинтейн, нам многое надо обсудить. Спасибо. Нам нужно место, где мы можем продолжить исследование. Конечно, у нас есть все необходимое. Видите ли, мы довольно долго наблюдаем за доктором Гвинтейном и его исследованиями. Открытие доктора Синклер всполошило наших врагов. Какие враги? Рейнландцы? Скажем, что ваши враги — это и наши враги. Дай мне четкий ответ, на кого ты работаешь, полковник. Орден. Ты работаешь на Орилиана? Несмотря на то, что вы могли слышать, наша цель — только мир и свобода. Если это так, зачем все эти нападения? Я понимаю ваши подозрения, но... мы не так виноваты, как об этом трубят ваши СМИ. Пожалуйста, чувствуйте себя как дома.
Скажите, если вам что-то понадобится. Что, если я прав? У них есть что-то, что мы всегда искали. Нам нужен том Протеуса. Это еще что? Это свиток пергамента, хранящийся в Музее истории в Кусаре. Я думаю, в нем ключ к артефакту. Он запечатан в титановую оболочку. Очень хорошо. Это будет несложно. У нас есть агент в Кусаре. Он может нам пригодиться. Лорд Хакира, местный владыка. Он может организовать похищение. Спички тянуть не будем. Я лечу сам. Вы не доверяете мне, мистер Трент? Нет, но если, как ты говоришь, ваши враги — это наши враги, ты не будешь против. Или я. Если ты идешь, и я иду. Так, ну что, попытаемся отремонтировать корабль. Это просто какой-то ужас. У нас ничего нет, ни денег. 717, да? Мины. Аккумулятор щита. Так. Сейчас попытаемся что-то продать. Посмотрим, что у нас есть. Вообще мы... Так, что мы можем купить? Отремонтировать корабль, во-первых. Ремонт завершен. Вот у нас есть 1500. Так, отлично. Так, что тут есть? Ну, тут вооружение так себе. Загружено в трюм. Загружено в трюм. Загружено в трюм. Загружено в трюм. Больше денег нет. Загружено в трюм. Так, 10 обманок. Так, ну что я могу сказать? Прямо вот на бровях. Прямо по нитке. Так, ну все, давайте на этом сделаем небольшой перерыв. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Продолжение следует. Нас ждет бритва возле базы Калли. С бритвой. Ну все, пока-пока.